чувствую. Я чувствую. Наконец-то я разрешила себе Много лет я запрещала себе чувствовать плохие чувства. Я запрещала себе злиться, запрещала сдержаться, запрещала обижаться. Все, что считается в обществе плохим. Единственное, что я не могла запретить себе, это слезы. Я перестала жить, я просто существовала. У моих подруг стала депрессия, походы к психотерапевтам, антидепрессанты, целители. Но все это временно помогало. И сначала у меня плакала душа. А потом присоединилась тело. Она плакала от боли. И тогда я сдалась. Я просто взмолилась: Господи, ну сделай что-нибудь, или забери меня, или я, раз я здесь, значит, я для чего-то нужна. Просто веди меня. Я доверяю тебе. И он поверит мне. Вечно. По моим силам. И в моей жизни стали происходить волшебные встречи. Волшебные события. Я стала встречать людей, которые подсказывали мне, как мне вернуться к самой себе, к своим чувствам. Это было интересно. И сегодня я потихоньку, помаленьку сделала первые шаги к тому, чтобы чувствовать плохие, на мой взгляд, чувства. Я разрешаю себе чувствовать злость. Да, я злюсь. Я злюсь, если что-то не по-моему, если что-то не так, как я хочу. Но когда я проживаю эту злость, когда я даю ей внимание, это сначала трудно, это больно. Но потом постепенно эта злость превращается во что-то доброе, во что-то теплое. И даже превращается в любовь. И это красиво. Да, сейчас я разрешаю себе обижаться. Это мое любимое качество много лет. Да, я обижаюсь. И сейчас
Но сейчас я разрешаю себе обижаться. И когда я разрешаю и проживаю эти чувства, даю ему внимание, постепенно оно превращается в благодарность. И я благодарю тех людей и те события, которые заставили меня обижаться. Да, я завидую. Я разрешаю себе завидовать. Я завидую тем людям, которые умные, талантливые, творческие, успешные, которые сильные духом, добиваются чего-то. Я им завидую. И когда я проживаю эту зависть, когда я даю внимание этому чувству, моя зависть превращается в восхищение. Я восхищаюсь талантом этих людей. Я восхищаюсь творчеством, силой духа. И я учусь этих людей. Учусь этим талантам. Учусь этому творчеству. Учусь. Это очень красиво. Я учусь разрешать себе многое. Я учусь разрешать ненавидеть. Раздражаться. Все плохое, ошибаться. Все, что я себе не разрешала много лет. И это всегда сначала трудно, больно, а потом это красиво. И сегодня я начинаю жить. Жить по-другому, а не существовать. И сегодня в моей жизни... Моя жизнь стала вкусной, интересной. В ней проявляется творчество. В ней я знакомлюсь с собой. Я поняла, почему плакала мое тело и моя душа. Они просто кричали: чувствуй, чувствуй, живи. Живи искренне, открыто, по-настоящему. Сейчас моя душа плачет поменьше, ей стало легче, ей стало спокойнее, а мое тело стало расслабляться, оно стало отпускать боль. И мне хорошо. Это мой маленький шаг к самой себе. Я знаю, что Господь и тогда вел меня, когда мне было трудно. И сейчас он ведет меня.